Чувашии продолжается модернизация здравоохранения. Жители села Караклы Канашского района теперь могут получать качественную медицинскую помощь. Там открылась сельская амбулатория. Открытие стало настоящим событием для жителей села. Старое помещение медпункта находилось в неудовлетворительном состоянии. Условия для приема пациентов сложно было назвать нормальными. Работал лишь один врач общей практики. После капитального ремонта в декабре появились новые просторные кабинеты. Теперь в амбулатории два отделения – поликлиника и дневной стационар. Также работают школы здоровья. Благодаря программе «Земский доктор» в районе больше нет проблем с кадрами. В 2012 году 29 молодых специалистов получили миллион и приехали на работу в район.